Во всех регионах страны действуют штабы по недопущению распространения коронавируса. Так, в Кызылординской области на особом контроле граждане, которые прибыли из Китая. Это вахтовые служащие, туристы и студенты. В течение 2 недель медики будут наблюдать за ними. При обнаружении симптомов заболевания их сразу же будут направлять в инфекционную больницу на госпитализацию. Всеми медицинскими препаратами и средствами защиты область обеспечена. В профилактических мерах подготовлены палаты-изоляторы на 190 мест. Все стационары обеспечены неснижаемым запасом медикаментов, дезраствуров и защитными средствами. Готовы и оборудование медицинского назначения.